Так, всем привет. Продолжаем прохождение игры. Нам надо будет... Так, открыть вот эту дверь. Пропуск перфокарта. This fucking badge doesn't have a high enough security level. I need to update the clearance if I want to get out of here. Да, его надо нам обновить. Уходи. Надо на третий этаж. What the fuck is going on now? Что херня вообще творится? God damn it! Why won't you leave me alone? Thank you.
подземелье. Где оружие? Сука, заебала нахуй. 5 жизней я потерял, блядь. Обнаружен труп. Okay, it's upgraded to the maximum level. Let's go back up, Delilah. Повышен-то повышен, но у меня мало жизни. Аптечек нет. Мне бы патрончики еще. Дробовичка бы.
какая-нибудь херня выскочит. Доступ к жесткому диску ноутбука. Процесс дешифровки завершен. Данные загружены в ООД. Расшифрован. Сколько мне еще терпеть этого говнюка Крига и его ублюдка? Сколько еще слушать? Как они издеваются над моей работой и хихикают гиенами? Инспектор, здесь я. Это я забочусь о том, чтобы в огромном подземном лабиринте все получали питьевую воду. Это благодаря мне все работает, как швейцарские часы. Если под этой гребаной пустыней еще теплится жизнь, то только плодами моих трудов. И до сих пор никто не выразил даже намека на благодарность. Эти уроды шатаются тут, как у себя дома, а министерство все закрыло глаза. Но я-то знаю почему, все знают, да пошли они, компания тоже. Однажды я запру всех их драгоценной барокамере, и они почувствуют ее действие на собственной шкуре, вернее в собственных легких. Посмотрим, кто тогда будет смеяться. Зарядки я увидел. Сейчас какая-нибудь херня как выскочит. Thank you.
дыши. Stop resisting. Сопротивляйся, станет легче. Дыши. Что это? Отвечай, блядь. Внимание. Истина. Я понимаю. Я был такой же, как ты. Выживание, первая заповедь. Важнейшая задача. Выпусти меня отсюда. Вот вопрос, ради чего ты живешь. Что важнее, ради чего ты умрешь. Потерпи, скоро ты станешь свободным. Поистине свободным. Знаешь, тебе повезло. Когда я пришел, здесь не было ничего. Коридоры не пустые во тьму. Ты знаешь душу в конце каждого дня. Долго времени не был лишь один источник света. Словно маяк в бурю. Затем это случилось. Порядок изменился. Я включил последний свет, бездна стала вершиной. Скоро я смотрю на все вокруг. Что ты ищешь, когда выглядываешься в бездну? Он ждет тебя. Кто тебя ждет? Окей. Ладно. Соберись. Ты почти на месте. Интересно. Кем я дышал и кем был этот парень? Гор. Гора? Кем ты дышала? Нам нужна аптечка. Так, ну вот мы пришли к этой двери. Нам ее надо было открыть. Вот мы ее открыли. Похоже, да, так и оказалось вполне подготовлено. Родек, держись. Все почти закончилось. Только что все еще начинается. Рейс наконец-то удается выбраться наружу, но ситуация остается опасной. Фостер так и не объявился, а остался в глубинах базы и ждет спасения. Что еще хуже? Рейс сильно потрясена встречей с таинственным незнакомцем. То, что она увидела, и те существа, с которыми она сражалась, заставляют ее понять, что сейчас важнее всего доставить чемоданчик. Возвращение обратно, чтобы спасти своих товарищей, придется отложить. Агент Рейс должна немедленно передать чемоданчик Волкину. Нам бы патроны для дробовика бы надо. Волкин, я выбралась, но не понимаю, где нахожусь. В этой буре не могла видеть. Да, я в курсе, она откуда. I can just about make out some pylons. If you give me a few minutes, I'll try to locate an extraction point. Negative. I need to find him. I know. But first, let's take care of the briefcase. As soon as it's safe. Okay. I'll try to work out where I am.
добраться до точки эвакуации. Здесь вот почему же есть. Окажется, нет электричества. Волкин, вижу огни вертолетной площадки. Поздравляю, я отсюда ни хрена не вижу. Ладно, если где я доберусь до площадки. Попытаюсь подать тебе сигнал для посадки. Нам нужно подать к той башне, по крайней мере, я надеюсь. Понял, действуй, конец связи. Доберитесь до вертолетной площадки. Сейчас как сюда какой-нибудь черт выскочит, блядь. Это было ожидаемо. Когда-то эта база была гордостью США, а теперь стая очкариков в рубашках с короткими рукавами стучит здесь по своим чертовым электронным вычислительным устройствам. Тут почти не осталось таких работяг, как мы, людей, которые знают, как починить шату изолентой. Вот тебе совет от опытного старика. Если чертов двигатель внутреннего сгорания заглохнет, долей дизеля и хорошенько его пни. Если закоротит электрику, поднимись в пункт управления, сдуй пыль с панели и перезапусти систему, а потом ей ответь пенька на всякий случай. Помни, нет такой проблемы, которую бы не смог решить хороший американский ботинок. Не веришь? Спроси мою благоверную, которая надирает мне сдаться дня нашей свадьбы. Пни открой, да? Интересно. Похоже, топливо закончилось. Looks like it's out of fuel. Похоже, топливо закончилось. Сейчас какой-нибудь выскочит, черт. Кого-то оживило. Дробовик, конечно, лучше стреляет. Патронов мало. Перезарядимся сразу. Может, он нам пригодится.
печка наконец. Печка нам нужна. Так, головоломка. Нажал. Связь установлена. Ага, открыли мы дверь. Где вот бензин этого найти? Дело плохо. Твою мать, блядь. Это что за хуйня, блядь? Я аптечку потратил. Неубиваемый.
Блять, пиздец какой-то. Что, сука, блядь, ебаная тварь, блядь. Пойдет ее заморозить, можно.
быстренько. Три у нас этих. Пусть немножко поматерится, ребята. Ну, пацан, все становится предельно ясно. Эта страна в буквальном смысле разваливаться на части. Я работаю здесь 50-х годов, как над Невадой, и каждый день поднимались грибовидные облака. И все знали, что наш враг странный. Странные коммуняки, а наш президент был ястребом патриотом, который не совладил жопой иностранным правительством. В течение этих 30 долгих лет я всегда следил, чтобы здесь, на райском раньше, все работало как сейчас. И, конечно, с тех пор, как все работы перенесли на подземный уровень, все стало наплевать. Эти старые заброшенные здания на поверхности, всем наплевать на нас. Им потребовалось всего лишь несколько лет, чтобы прорыть достаточно туннелей, чтобы уместить там целую цивилизацию этих кротов, включая склады, насосную станцию, систему вентиляции, а все остальное гниет на поверхности, привлекая только тупых людей, теории заговоров и НЛО. Постоянно пришли нас все телескопы и бинокли. Ну, одно точно, пацан может быть уверен, что все, что осталось от этого богом забытого места, будет исправно работать, пока мои яйца еще болтаются у меня между ног. Правда, я не знаю, как долго еще это будет, учитывая, сколько радиаций от ядерных испытаний питал за все эти годы. О, топливный бак. Нам что, обратно туда, наверное, возвращаться придется? Наверное. А, да, нам заливать, наверное, придется туда. Стой. А что она увидела? Я вот не видел. Кто-то там был. Thank you.
блять, они меня забивают. Они меня забивают тут. Блять, не убегаешь. Блять, я попался прямо под ним. Да, сложновато, блядь. Блядь. Не знаю, добью в этой серии их или нет, может. Следующий. На работу уже скоро мне. Сложновато, ребята, здесь. Я не знаю, как проходят. Я отвык от этих игр уже. Как это подключило, блядь? Это просто тварь меня достала, блядь. Да я бал сразу, блядь.
почему-то как-то этот персонаж, он не убегает почему-то. И жмешь на все кнопки, и он остыть как тупит, блядь, как тупая, блядь. Может, я так играю, блядь. Это долго буду с ними, блядь, шарохаться. Wait up! Ну, блядь, попался опять. Что, не там член висит, что ли, блядь, или что там, блядь? Ну, ладно, попробуем еще забить. Как и бывает в играх, не все быстро и хорошо играют. Если долго мучаться, значит что-нибудь получится, как говорится. Как вот она меня достает, а? Ёбаный членосос, блядь, висит член какой-то, блядь. Вот как она вот меня вылавливает, блядь. Опять меня выловила. Я даже не успел убежать. И уже чем больше проигрываешь, она тем они ожесточаются, что ли, блядь. Просто надо выйти из игры. Oh.
Сука, блять, я не успел, просто патроны, блять, ебучие. Это невозможно здесь, блядь. Это уже просто игра, блядь, она меня вымораживает. Все, надо выходить. Ладно, в следующей серии мы их добьем обязательно. Всем пока.